Всем привет, ребят! Закончил с Колей, добрался все-таки до своего аккаунта. Ни силу не качал, ничего не качал. Нового героя тоже не качал. Было дофига офигенных роллингов. Это вы все, в принципе, увидите. Просто заходите и смотрите. Там просто топовые роллинги, топовые герои. Такого вы точно нигде не видели. Так, ну что, поехали. Будем трешевать, пробовать пройти. Мы закончили на древнем испытании, на 20-й волне. Буду сейчас пробовать проходить ее теми же героями. Вы пишите в комментах, каких вы героев хотите еще увидеть. Вот такой у меня составчик, как видите, я выставил не особо там мега имбовые прокачки. То есть я прохожу, стараюсь проходить более обычными героями, то есть там рунами, талантами, питомцы там есть, да, у меня 12-е скиллы прокачаны, без этого, конечно, никак, но я стараюсь в основном пройти простыми героями. Там красавчики понаписывали многие мне дать аккаунт, ребят, сделаю, постараюсь попроходить кому-то, показать как, что не на своих героях, ну, для этого надо время, потому что, как видите, у меня, честно говоря, времени, блин, на все просто, ну, нереально не хватает. Я не занимаюсь Ютубом. Если бы я сидел чисто на Ютубе и занимался битвой замка, у вас бы тут было бы огромнейшее количество видосов, так как это мое хобби, увлечение, поэтому я не успеваю сделать, скажем так, все, поэтому стараюсь постепенно это делать. Всем, как обычно, не угодишь. Так, вот такой вот заходик. Будем стартовать, все-таки пробовать с Дрейка, потому что других вариантов, честно говоря, я не особо вижу. Возможно, сейчас будем использовать Атланта против Огнекрыла, посмотрим. Потому что тяжеловато, тяжеловато здесь бегать. Ну, я буду мучиться. Точно так же, как и вы. Так, окей. Ну, пробуем отсюда зайти. Если повезет. Видите, героев сразу тут минусуют. Даже при моей там прокачках, да, у меня есть хорошие прокачки. Ну вот, малыш Ник, Дрейки. Блин, они просто тупо унижают. А вот, кстати, неплохой заходик. У нас останется сейчас Огнекрыл. Ну, конечно, мне некем его убивать. У меня тут Тесса просто вышатала сейчас. Жестко причем. Жесть, Огнекрыл просто. Ну, сейчас посмотрим на фракцию. Не, нереально. Так, давайте будем пробовать все-таки через Огнекрыла бегать. Многие без доната застрянут именно на этой локации. Тут очень сложно, очень много обратки идет. И надо хоть как-то слить Огнекрыла, а его слить очень-очень сложно. Так. Давайте попробуем отсюда забежать. Магию здесь, как видите, использовать нельзя. Но сразу минусует. Сразу всех моих просто нафиг минусует. Там автопроком еще как-то. Пикалка, конечно, не дает разгона того, какой должен он быть. Все, добежали сюда, и все закончилось. Вот был разгончик, видели, как забежали, конечно, круто, но дальше у нас Огнекрыло. Вот видите, тоже получается с нижней стороны, откуда бы ты ни зашел, очень-очень сложно. Вот отсюда, с этой стороны, с угла были такие более-менее самые интересные попытки, вот как сейчас. Ну а дальше все. Тыква не выживает. При том, что у меня еще и как бы дополнительно тыква прокачана, то есть есть скин. Ну да, Огнекрыло. Надо толпой добежать, иначе он всех нафиг сольет. Так, ну пробуем отсюда. Отсюда тоже, кстати, неплохо.
Ну, как видите, сразу же минуснули. Тут, конечно, на удачу все. Сейчас попробуем оживу поставить им. Вот отсюда, кстати, смотрите, второй заходик наш. Более-менее мы лучше продвигаемся. Сейчас мы поставим Дрейку оживу. И смерти тоже поставим оживу. Так, где наш Дрейк? И на смерть поставим тоже оживу. Так, есть. Или сейчас попробуем кого-то еще поменять. Так, ну сейчас получше вроде. Зашли. Ой. Ну давай. Дерево, я в тебя верю. Пожалуйста, только сердцеедку слейте. Так, остался у нас огнекрыл. Ну, блядь, жопа. Всех, блядь, перебил. Жесть. Вот смотрите, нежные тотемы плюс Фрэнки и все. Мы просто отдыхаем. А какой хороший был заход, согласитесь. Так, опять Дрейка у нас подслили, но ничего, мы его сейчас восстановили. Так. Сейчас попробуем, знаете, что сюда взять Гаргулу еще для подхила. Вот вроде неплохо сейчас получается у нас, уже получше, но опять же, Фрэнки, Огнекрыл. Ну, без вариантов просто. Остается один Огнекрыл. Давайте попробуем все-таки Гаргула сюда. Так, создать команду. Так, кого мы попробуем убрать? Давайте уберем смерть, так как она дамагер еще такой, конечно, массовый. Ну, у многих она, думаю, прокачана. Попробуем вот такого вот Гаргула взять. Поехали. Можем, кстати, с него попробовать стартануть. Это была глупая идея, его сразу же слили. Будем стартовать все-таки с Дрейка. Хотя смерть здесь неплохо решала. Так, Дрейк. Надо, наверное, посмотреть у Гаргула сейчас. Воронки поставить ему. Вот Гаргул дал немножко дефа, и уже тоже видно, замечаю, что герои получше уже держатся. Ну, тыквы нет. Все, тыквы нет. И нам тут... Ой. Вот сейчас вот отлично. Блин, сердцеедка. Сердцеедка и вот эти тотемы внизу, это, конечно, очень жестко все. Ну и надо к огнекрылу как-то подбежать. Так, давайте посмотрим на нашего Гаргула. Тихий щит. Давайте попробуем Лимку поставим. Конечно, Фрэнки жестко бьет. Так, ну вот сейчас вот смотрите. Начально, конечно, мы неплохо потеряли пока только Хранителя и Дрейка. Но мы урона не нанесли. Видите, смерти не хватает. И у нас герои, конечно, не так быстро сливают всех вражеских. Ну, тем составом, который у нас сейчас остался, мы сейчас тут просто... Нереально. Так, давайте попробуем, уберем заклинательницу, еще попробуем Атланта сюда. Сейчас посмотрю, с чем там у меня Атлант. Так, где мой Атлант? Блин, так неудобно все. Не мешалось, давайте тоже Ринку поставим, попробуем. Попробуем такой вариант. Сможем, не сможем, не знаю. Так,
Вот так вот, ребят, убрали мы нафиг огнекрыло, причем сразу убрали, как видите, без проблем, благодаря Атлантику. Вот есть смысл брать сюда Атланта, и решение вашей проблемы возможно частично, но моей-то точно. Как видите, благодаря Атланту мы сейчас смогли просто огнекрыло убрать отсюда. Конечно, дальше мы слились, но сейчас мы попробуем зайти, убрать Атланта. Так, ну тут не достали. На него, конечно, лучше слона сейчас поставить. Нам слон нужен для тыковки. Так, не активировался. Ладно, давайте попробуем. Сейчас еще разок. Не идет, хорошо. Ставим Атланту слона. А хороший был заходик первый с Атлантиком. Так, ну-ка. Не успел, башня застанила, понял. Плохо здесь нету с юнитов. Юнитами нельзя, значит, кинем чуть-чуть пониже. Вот Атлант включился. Так, смотрим. Отлично, огнекрыл сам себя убил. Супер. Так, теперь стартуем вот отсюда. Начинаем точно так же. Пробуем. Самое главное, чтобы сейчас просто удачно они слили всех таких героев, которые автопрокеры. Ну, как видите. Но сейчас, если тыковка даст разгон, она нам дала разгон. В принципе, мы должны. Ну, давайте, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ну-ну-ну-ну. Толпа на толпу. Кто кого? Я вас верю. Жесть. Посмотрите, что там делается. Одержимый сзади, блин, стоит. Ах, чуть-чуть нам не хватает. Так, сердцеедка. Ворожай подхил. Жесть. Блин, кропаль остался. Вообще. Ну, вот это, я так думаю, что будет самая реальная тактика. Кидаем сюда где-то. Все, он активировался. Ждем, когда сольется. Все, он слился. Сразу можем выпускать всех. Ну, тут уже, конечно, на удачу как зайдет. Как видите, все рандомно. Возможно, надо немножко выше кидать. Но у нас есть дерево, которое немножко резает, конечно. Но опять у нас остался Ронин. Дерево. Чуть-чуть не хватает. Мы убрали, кстати, массовых дамагеров, которые сливают всех юнитов, но зато у нас есть сейчас дерево, есть реальный шансик. Там вот где-то приблизительно его кидаем, как видите, вообще реально. Супер. Не, нифига, что это было? Что это было такое? Что за подстава? Вот оно. Отлично слился, отлично. Но тут, конечно, вот проблема, надо все-таки будет, наверное, либо Драйка выбирать, либо еще кого-то. Хотя Драйка тоже не особо охота выбирать, но, скорее всего, придется и поставить сюда смерть какую-то, потому что, как видите, мне не хватает сейчас урона, чтобы слить юнитов. С этим мы разобрались. С огнекрылом, как его сливать без проблем. Сейчас попробуем еще выше забежать. Отсюда с угла там. Так, отлично, там все посливались. Пробуем. Б.
блин, ну не хватает урона, это так заметно. Просто мы их раздают, блин. Обидно. Так, окей. Значит, давайте так. Убираем Дрейка отсюда. Ставим обратно смерть. Попробуем так. Как вариант. Смерть, я думаю, у многих без донатов есть. Плюс-минус прокачанная. Так, а с кого мы будем стартовать, теперь вопрос. Ну, попробуем с Гаргула. Или так попробуем со смерти, если попрет. Так, Атланта у нас слили, но сейчас должна у нас смерть нам тут помочь, если поможет, конечно же. Она должна, потому что у нее урона хватает. Так, блин, тут мы на ком-то зависли. Блин, как медленно не подходят. Жесть. Так, окей, попробуем сейчас с другой стороны. Попробуем со стороны Вальки все-таки зайти. Там меньше народу, больше кислороду. Так, есть, готово. Окей, пока они там и выбьют. Кстати, вот на Атланта хорошо и агрить. Смотрите, на Атланте просто супер получается. Его башни все дамажат. А пока башни дамажат. Нет, отсюда что-то тоже, блин, не то. Сливают, блин, автопроками и капец. Обидно. Но самое главное, мы нашли тактику против Огнекрыла. Видосик, возможно, будет и длинный, но, ребят, он, надеюсь, он поможет в прохождении. Блин. Отхилился. Да, все-таки надо чуть-чуть ниже кидать. Чуть-чуть. Вот где-то приблизительно так. Ну что, пока все заагрены на этого. Кидаем отсюда. Ну, как видите, стыковка-тыковка не особо разгоняет, блин. Это печально. Не хватает, вот тут не хватает уже урона. Конечно, я могу сюда поставить Анубиса, но это Анубис опять же. Ну, Анубис у многих есть, в принципе. А, я не крыл, видите, заактивировали. Без вариантов. Пока не сольем Огнекрыла, в принципе, ничего хорошего не получится. Давайте попробуем с этой стороны. Смотрите, как мы тут красиво все сделали. Кстати, можно с этой стороны попробовать тыковкой разогнать. Тоже как вариант, потому что пока мы подходим вот сюда. Ну, смотрите, какая толпа, на какую толпу. Все, мы их всех посливали. Блин, обидно. Сейчас так и попробуем сделать. Других вариантов, ребят, я пока не вижу. Так, кидаем тыковку. Кидаем всех сюда. Так, тыква, давай разгон. Ну, куда ты побежала? Эх. Видите, тыкву отсюда кинешь. Вот чем печально все это, ребят.
Попробуем сейчас, пусть сольются. Не, не сольются уже, ни крыл не сольется. Тыковку кинуть с угла немножко. Видите, нужен атлант с ремкой. Так, тыковку сюда, всех сюда. Так, тыква, ну куда ты побежала? Ну что такое-то, а? Блин, ну пипец. Обидно. Вот видите, сразу молчанку получила, и все, и капец. Просто капец. Вот это вот мне больше всего не нравится. То, что у нас уже нету артов. И мы просто тут отдыхаем сейчас с вами. И ничего сделать, блин, не можем. Жесть, обидно. Ну, давай, 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 давай. Вот посмотрите, как сложно. Как сложно добить этих героев, блин. Там Фрэнки просто нас сейчас шатает. На ком мы там так застряли? Жесть просто. Блин. Да это капец какой-то. Это нереально. Сейчас мы вниз просто спустимся. Нас там одни крылья ушатают. А, тут у нас Фрэнки стоит. Ну все, два Фрэнки. До свидания. Блин. Все равно допройду. Попробуем сейчас тыковку чуть ниже кинуть, вот тут, чтобы она не бежала туда. Возможно, это поможет. Да нифига это не помогает. Посмотрите, что делается просто. Она просто стоит в стане. Значит, делаем по-другому. Делаем, ставим тыковке железную волю. Для того, чтобы она в стан не попадала. Там хоть пару секунд. И будем пробовать уже так проходить. Других вариантов я пока, к сожалению, не вижу. 10 секунд, в принципе, на железной воле. Хоть какой-то толк нам дадут на берсовой тыкве. Ремка, в принципе, не особо нас спасает. Так, окей. Поехали. Так. Так, сейчас мы не пройдем. Крыл не слился. Кстати, неплохое место для тыковки снизу. Есть, отлично. Кидаем всех. Блин, тыкву слили. Жесть какая-то. Либо так ее просто шатают. Обидно. Так, ладно, пробуем еще разок. Успевает, иногда успевает, если не критует огнекрыл, он успевает убить. Вот смотрите, она не должна сейчас была стоять в этом стане. Что это за фигня была? Ну реально, что это было? Блин. Ладно, будем пробовать все-таки сверху еще всех пускать. Я уже, честно говоря, не знаю. Тыкву внизу. Шесть тыкву просто ушатали.
Да. Мне кажется, что лучше, наверное, все-таки вместо смерти Дрейка поставить. Он стан раздает. Тоже польза есть. Попробуем отсюда. Вот тыковка наконец-то дала разгон. Ну. Конечно, берсовая тыква. 6. Нас там просто ушатала Тесса одна. Блин, я в шоке. Что тут делать без доната? Ну реально, что им делать? Посмотрите, насколько, блин, все глупо получается с этими, блин, стражами. Так, тыковка разгон дала, отлично. Ну, давай, ребята, давайте. Я вас верю. Дерево. Атлантик. Пожалуйста, затащите, блин, этих нубов. Это пипец, ребята. У нас остался один малышник, который нас сейчас просто тупо... И Дрейк. Просто тупо сейчас нас раздадут, наверное, скорее всего. Я не знаю. Это будет великая мегаудача, если мы сейчас просто затащим. Так, Дрейк против Варжея. Есть. Так вот, ребят. 20-е испытание пройдено, все, пишите комменты, пересмотрите, не смотрите в конце там, не смотрите на отрывки, смотрите полностью все, вы найдете где-то для себя золотую середину. Все, всем удачи, всем пока.